мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. Определены 13 казахстанских вузов, в которых Нацфонд на создание специализированных лабораторий выделил 3 миллиарда тенге. Учебными заведениями ведется работа по закупу лабораторного оборудования посредством процедур государственных закупок. В целом предполагается приобретение 26 лабораторий. Сейчас объявлены конкурсы по 16 из них на 2 миллиарда тенге. По 7 лабораториям завершены конкурсные процедуры и заключены договоры. Поставка оборудования планируется до середины ноября, рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова. До конца года в Казахстане будет организовано более 190 сельскохозяйственных кооперативов, в которых запланировано объединение 147 молокоприемных пунктов и 2786 семейных откормочных площадок. Будет создано более 67 тысяч новых постоянных рабочих мест. За три года планируется обеспечить занятость не менее 190 тысяч личных подсобных хозяйств, для которых откроется рынок сбыта продукции и появится возможность получать постоянный доход. До конца года Национальная комиссия по сертификации намерена проверить почти 1500 государственных аудиторов. В прошлом году был принят закон о госаудите и финконтроле. Он предусматривает переход Казахстана на государственный аудит, а для этого нужны квалифицированные кадры. Поэтому законом введен механизм независимой сертификации госаудиторов. Для получения сертификата кандидат должен сдать соответствующие квалификационные экзамены и пройти собеседование в Национальной комиссии по сертификации. До января 2017 года будет проведено собеседование с действующими работниками органов госаудита и финконтроля. 199 кандидатов уже прошли обучение и готовы к собеседованию. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.